Хочу давать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорее позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Путину, попросил извинений, что вовремя не сделал это и должен делать шаг, чтобы сохранить Украину, красивую республику и украинский народ. Попросить прощения и прийти на все условия, которые сегодня требуют. Хочу давать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорее позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Путину, попросил извинений, что вовремя не сделал это и должен делать шаг, чтобы сохранить Украину, красивую республику и украинский народ. Попросить прощения и прийти на все условия, которые сегодня требует Россия. Это для него будет самым правильным.